Сегодня 27 ноября 2014 года. Микрорайон Азотный. Очередной обстрел. Рядом, да, да. Да, это убежище. Малой не успел выбежать. Молодочек, это не... Идет дом, вот это Добрыжавово. Дом а какой? Скажите, когда это произошло? Адрес какой? Я только с работы тоже прискочил, блядь, погнали. Ну, хотя бы примерно. Адрес недорочно. Какой? Час назад это. А, так. Во сколько было во времени-то? Час назад. Я же говорю, час назад. 27 ноября 2014 года. А не знаете, полтретья, полтрого, да, позвонили мне. А не подскажете примерно, сколько погибших, ну, видно, скорых много? Мальчик вот тот один лежал, и сейчас подошли вот какой-то парня, говорит, мать погибла тоже, уже увезли. Минимум два погибли. Да, и рядом где мальчик и шел, мужичок сейчас на сектора вел ребенка со школы, скорая забрала в бедро попадание, мальчик живой остался, а отец забрал скорую с ранениями в ногу. Спасибо. Градами шуровали, что-то сказано. А какая это улица? Сначала штук 6 вылетело, я на поулю, потом опять 6 вылетело. О, пробежал сюда, тут уже все горит. А здесь есть это Бутурлинская улица. Бабуля, он живая осталась, с дома вытащили. Это который дом горел, да? Да, вон она там сейчас. Соседи ее забрали все. Улица Бутурлинская, да? Бутурлинская. Спасибо.